Здравствуйте, дорогие братья и сестры. На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос. Можно ли назвать полноценной семьей ту семью, в которую мужа и жены пропали чувства друг к другу? Конечно, можно. А потому что любовь – это не чувство. Чувство – это влюбленность. Чувства сегодня появляются, завтра исчезают. Послезавтра могут вернуться опять. Чувства могут остыть. Любовь – это не чувство. Любовь – это действующая направленность воли на другого человека, который хочет сделать его счастливым и хочет ему служить. Почему мы можем это утверждать? Потому что так Христос говорит о любви к Богу. Вот нам, священникам, приходится часто слышать на исповеди, когда человек приходит и начинает каяться. «Батюшка, я не люблю Бога». Вот так вот, да, в пору схватиться за голову, что ты говоришь такое. Почему? Я ничего не чувствую к нему, но это не любовь к Богу. Христос говорит: "Любящий меня заповеди мои соблюдет". То есть, опять, Христос любовь к себе называет действием по выполнению заповедей, а не чувствами. Тяжело, когда чувства пропали. Ты человек помнит, как они были, как это было радостно, это было красиво. Надо служить и делать дела любви, и чувства вернуться опять. Как дар от Господа, уже, может быть, в каком-то совершенно новом виде. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.